Здравствуйте. Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня мы снова возвращаемся к теме гриппа. Впервые мы говорили об этой теме здесь, в этой студии, ровно неделю назад. И вот за эту неделю уже 47 регионов России объявили у себя эпидемию гриппа. Счет умерших от этого заболевания уже составляет 70 человек. Какова ситуация в Красноярском крае? Вот об этом мы сегодня будем беседовать с заместителем руководителя Роспотребнадзора по Красноярскому краю, заместителем главного государственного санитарного врача Красноярского края Галиной Дмитриевной. Галина Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Галина Михайловна, все-таки вот в Красноярском крае какова ситуация? Все-таки как-то вот цифры 47 регионов России, объявивших эпидемию, это больше половины. Да, сегодня на территории Российской Федерации уже объявлено вот на 47 территориях эпидемия гриппа. Что касается эпидемиологической обстановки на территории Красноярского края. По официальной статистике, которую мы имеем и которую мы ведем не только понедельно, а с конца декабря мы начали слежение за заболеваемостью ОРЗ и гриппом в ежедневном режиме. То есть мониторируем, мы ежедневно знаем количество заболевших за каждый день, и в том числе не только по совокупному населению, но и в разных возрастных группах. Так вот, по официальной статистике, третью неделю мы закончили в показателе, были ниже эпидемического порога на 3,5%. В последующие вот три дня у нас уже есть данные по заболеваемости. Это 25 января, 26, 27. За каждый из этих дней зарегистрировано количество случаев в целом по краю от 3,5 до 3,700 случаев. В целом по краю регистрируется ОРЗ и гриппа. Но это количество в пересчете на 10 тысяч населения находится в границах эпидемических порогов. То есть, а что такое эпидемический порог? Это расчетный показатель заболеваемости, то есть количество случаев зарегистрировано на 10 тысяч населения, рассчитанное за последние 10 лет. То есть это вполне надежный. И сегодня мы пока находимся на неэпидемическом уровне заболеваемости. Но, тем не менее, заболевших гриппом все-таки уже в Красноярском крае регистрируется. Это есть, да, у нас? Совершенно верно. Случаи гриппа диагностированы, единичные. Но сегодня заболеваемость гриппом, в принципе, может быть диагностирована и не в эпидемический сезон. Если я вам скажу, вот лабораторный мониторинг мы ведем круглый год, независимо от времени года. Если сейчас, в принципе, вот это время, январь-февраль, по прогнозам эпидемиологическим, которые мы рассчитываем каждый год, это как раз время сезонного подъема гриппа и ОРЗ. То есть даже эпидемический подъем – это обычная ситуация для этого времени года, потому что мы его прогнозируем, этот подъем. То есть сегодня по расчетам, которые мы опять, многолетние данные статистические, свидетельствуют о том, что возможен сезонный подъем гриппа и ОРЗ в конце января, в первую декаду февраля. И это, в принципе, обычная ситуация для любой территории. То есть это не какой-то такой, знаете, как вдруг из ниоткуда взялась эпидемия? Абсолютно. Это не чрезвычайная какая-то ситуация. Это обычная эпидемиологическая ситуация по ОРЗ и гриппа в период с января по февраль. Ну, вот знаете, вот собираются все вот эти вот штабы, комиссии. Вот сегодня заседала санитарно-эпидемиологическая комиссия. Это что, это уже как-то по факту с чем-то борются? Или это все-таки такое действие на упреждение, я так понимаю? Это превентивные меры, которые необходимы для того, чтобы понять готовность всех ведомств, всех министерств и организаций к эпидемии гриппа, которая ожидается, и в том числе в этом году она ожидается. Пока она не состоялась, но мы должны быть уверены, что все готовы, и готовность полная. И как только случится, если случится, но я вам должна сказать, что последние 5 лет у нас не было подъема заболеваемости на краевом уровне. У нас за 5 лет не было превышения эпидемических порогов в целом по краю. По отдельным территориям мы это наблюдаем.
И в этом году у нас вот по 6 территориям у нас проводятся противоэпидемические мероприятия. То есть на второй неделе было у нас 4 территории. Балахтинский район, угу. Боготольский район, Минусинский и город Заозерный, ну, Рыбинский район. И в этом, по итогам третьей недели, мы назначили карантинные мероприятия противоэпидемические еще в 3 территориях. Туруханский район, Ивенкийский муниципальный и в Балахтинском вторую неделю мы продолжаем мероприятия. Сейчас какой-то особый контроль в учебных заведениях, в детских садах ведется со стороны Роспотребнадзора для того, чтобы не допустить распространения гриппа? Вот именно на этом этапе фактически складывающей эпидемиологической обстановки специальные какие-то проверки рейдовые, внеплановые назначать преждевременно, но учитывая, что практически ежедневно мы, эпидемиологи, как ФБУС, так и эпидемиологи Управления Роспотребнадзора, заняты эпидемиологическими расследованиями по другим инфекциям, так вот каждый выход в учреждение, детское, дошкольное или общеобразовательное, мы обязательно контролируем проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе касаемых вот профилактики, предотвращения эпидемии гриппа. Обязательно. Потому что сегодня это насущная тема. Сегодня выданы конкретные предложения в конкретные министерства. Министерство здравоохранения, Министерство образования. Работа там идет, да? Конечно. Mm-hmm. Сегодня ответственность органов исполнительной власти за исполнение мероприятий противоэпидемических, но мы напомнили своими предложениями, что уже нужно вот на сегодня сделать обязательно. Вот что должно сейчас вот сделать министерство? Провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, опять почему? Упреждая, то есть мы не объявляем эпидемию, потому что у нас пока по официальной статистике нет необходимости. Вот что сейчас необходимо будет предпринять? Ну, самое главное, на сегодняшний день по детским, дошкольным и по общеобразовательным школам, это, конечно, обеспечить фильтр при приеме детей в учреждения. То есть не формально проведение утреннего приема, а по-настоящему опрос родителей, осмотр ребенка, понятие есть температура, нет. И, конечно, дети, заболевшие ОРЗЭ, они не должны сегодня посещать детско-дошкольное образовательное учреждение. И от посещения учебных занятий в школах тоже они должны быть отстранены, потому что это активный источник и близкие контакты. И сегодня у детей очень контакт благодаря вот компьютерной технике, телефонов, всяких гаджетов и так далее. Они же очень тесные контакты, понимаете? Поэтому все это способствует распространению дальнейшему инфекции. Сегодня самое главное вот создать фильтр и не допустить больных детей до учебного процесса. Вторая составляющая, это, конечно, режим текущей дезинфекции, проветривание, ультрафиолетовое облучение помещений, дезинфекция поверхностей тех же вот телефонов и так далее. Дальше правила личной гигиены. То есть это должны быть условия вымыть руки, почаще мыть руки, потому что сегодня вирус, в общем-то, достаточно устойчив. И, конечно, вот все дезинфекционные мероприятия тоже имеют значение. Галина Михайловна, ну вот есть какой-то контроль за приезжими, скажем так. Потому что если мы говорим о тех же 47 регионах России, понятно, что люди в нашей стране перемещаются достаточно свободно. И невозможно как бы ограничить их и посадить там и сказать не выезжать из этих регионов, закрыть границы. Но тем не менее, есть какой-то контроль за приезжающими, чтобы как бы сказать, с других регионов сюда не привезти тот же самый грипп. Ну, я вам должна сказать, что ОРЗЭ и грипп — это инфекции, которые не относятся к перечню карантинных и по которым есть какие-то особые мероприятия и контроль перемещения. Особенно все, что касается внутри Российской Федерации. Ни один нормативный документ это не регламентирует. И более того, ОРЗЭ и грипп, речь идет о сезонной заболеваемости. То есть предотвратить
занос или не занос, вы даже его не сумеете идентифицировать, занос это или нет, потому что это повсеместно распространенные заболевания, которые регистрируются не только в эпидемические сезоны, а в принципе в течение года можно перенести ОРЗ не один раз, можно перенести, заболеть гриппом даже в межэпидемический период, потому что вирусы, как гриппозные, так и негриппозные, они постоянно циркулируют в популяции человеческой, понимаете? И вот по нашему лабораторному мониторингу мы обнаруживаем антигены гриппа в ПЦР-диагностике даже в межэпидемический период. То есть это было на неделях в июле мы обнаруживали, это было в мае. То есть это говорит о том, что это постоянно циркулирующий вирус. Просто он приобретает активность в определенные сезоны. Вот именно сезон январь-февраль, когда это более благоприятные для него условия и для передачи, и, так сказать, реализации его биологического фактора. То есть, скажем так, что при соблюдении всех необходимых условий гигиены, в принципе, это не страшно. Если в первые же часы обратиться, там, в первый же день обратиться к врачу, то, в принципе, можно уберечь от последствий. Это инфекция из разряда вылечиваемых, когда можно получить выздоровление полное. И эта инфекция, как ОРЗ, так и грипп, это инфекция, которая требует этиотропного лечения. То есть нужно четко понимать, какие препараты врач должен назначить. Вот для этого нужно лабораторное исследование, чтобы понимать, каким возбудителем это вызвано. А в принципе, это излечимая инфекция. И, конечно, очень много зависит от человека и от населения. Вот все вы сказали, упомянули о смертях. Так я хочу сказать, что ведь смерть наступает не от гриппа и не от ОРЗ. А смерть наступает от осложнений этого заболевания. А почему возникают осложнения? А потому что, когда заболевает человек гриппом, либо самолечением занимается, либо вообще не лечится. Конечно, надо особенно внимательно относиться к тем признакам заболевания, которые начинаются. И при первых признаках надо обратиться к врачу. Спасибо большое, что были у меня в гостях. Мы сегодня беседовали с заместителем руководителя Роспотребнадзора по Красноярскому краю, заместителем главного государственного санитарного врача по краю Галиной Дмитриевой. Всего доброго и, самое главное, крепкого вам здоровья. Не болейте.